Друзья, приветствую вас в игрушке Ghost Escape. Типа побег от призрака, не знаю. Я так понимаю, нужно, чтобы открыть следующую локацию, надо сначала пройти эту. Давайте на изи. Потому что хрен его знает, что там сейчас нас ждет. Блин, графика как вот чем-то SCP-шно напоминает. Так. Надо найти Ан. Здесь нельзя взаимодействовать, ты просто подходишь и... Заперто. А здесь открыто, да? Графика напоминает SCP-087-B. Прям очень. Вот эти вот коридоры, лабиринты. В смысле, иди сюда. Иди сюда. Типа Слендерина или кто именно? А можно сразу сюда? Нет, нельзя. Пока 8 книг не соберу. Ничего нельзя, ладно. Пойдет. Так, где, куда, чего? Здесь пусто, да? Пусто. Идем дальше. Ну, ключик. Здесь надо собирать книги и ключи. Идеально. Это все усложняет, конечно, но... Да ну в смысле? Ну отстань от меня. Оу. Главное, короче говоря... Блин, он так внезапно выскакивает. Ну, прикольно, прикольно. Я уже так привык к этому, что особо не парюсь. Видите, даже на изи никакого спокойствия. Давай, открывайся. Так, мне вот интересно, а спавнятся одинаково, ну, рандомно или... Книга. Книги спавнятся рандомно. Один из восьми. Ага, и ключ у нас тоже не спавнится. Да ну какого ж ты... Не смотри, две книги я нашел. Можно просто подойти к любой стене и повернуть голову подальше. И все будет хорошо. Так, ну книги очень тяжело искать. Надо в каждый угол заглядывать, потому что фиг его знает. Где они там прячутся-то? Так, идем дальше. Лабиринт большой. Я не... Ой! Скримота. Скримаков здесь предостаточно. Вот так вот. Мы в углу стоим и не смотрим. Хоба-хоба. Это вообще реально изи. Главное знать, что делать. А так, знаешь, повернулся в уголок, и типа я в домике, меня не видно, и все прекрасно. Так, погоди-ка. А если туда пойдем? Ключик найдем. О! Нифига себе. Еще чуть-чуть я бы испугался. Ну вот прям на полном серьезе. Так, тут делать нефиг, идем дальше. Теперь идем в другую сторону. Теперь мы идем сюда. Так. Ну, как-то нечего тут ловить. Идем дальше. Опачки, нам сюда. Не знаю, как я открыл дверь, учитывая, что у меня не было ключа, но я нашел книгу. Кстати, книги можно получать за рекламу. Посмотри рекламу, получи книгу. Так, эта дверь закрыта. Ладно, нам туда, в принципе, не очень-то хотелось. Какого? Поднимайся, давай, мужик. Ух, я уже думал все. А так было задумано. О, книжка.
Ну это было просто. Хотя скримаков тут, ну, достаточно, неплохо. Так, а там что у нас? Еще одна дверь. А, стеллажи какие-то, значит, книги должны быть здесь. По-любому. Да ну блинушки, какой ты к ней поворачиваешься? Вон книжка, вижу. Еще три. Ну. Вот я типа спрятался, да? О, прикольно. Идем дальше. Но я уже немножко заблудился, поэтому я сейчас буду бродить тут в поисках неведомого. Так, подожди-ка, мы туда ходили? О, точно, ключик. Значит, не зря ходил. Та-дам-та-дам. О, вот и дверь. А внутри пусто, серьезно. Это обман века. Ну ладно, погнали обратно. Нет, ничего не появилось. Осталось три книжки. Еще одна дверь. Хочешь получить ключ, посмотри рекламу. Мне нравится, разработчики молодцы. Сделали все грамотно. Но мы не ищем легких путей, поэтому будем искать. Да ну какого... Просто не смотри на меня. Главное отвернуться. Типа, ну... Типа я в домике. Так, подожди-ка, туда я могу пойти? Вот еще какая-то дверь. Ага, понятно. А дальше что? Все, спокойно. В общем, тут можно у нас бродить бесконечно долго. Поэтому, друзья, попробуйте пройти игру, написать об этом в комментариях под видео. Надеюсь, что видео вам понравилось. Не забываем подписываться, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока, друзья!